Мороженчик, это кто-то из школы? Ты сломал мороженчик! Я сломала. Блин, все домой ушли, а я в школе. Никого нет, я что, так долго спала? Карта мороженщика? Нет, нет. Это сон. Дорогой дневник, уже третью ночь мне снятся кошмары про мороженщика. Мне нужно раз и навсегда выяснить, кто же за маской мороженщика. Кто же ты? Это он! Злой мороженщик. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Дом, привет, соседа. А что если? Мне нужны доказательства. Вот и попался. Я узнаю твою тайну. Ха-ха. Going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Что? Опять мой молоток? Что? Это апельсиновый сок. Получай, мороженщик! Кто? Признавайся, ты мороженщик. Я видел, как ты заходил сюда. Кто? Что тебе надо? Я ничего не вижу. Я видела, как ты заходил сюда. Признавайся, ты мороженщик. Не хочешь признаваться, значит, я сама выслушаю. Раз ты мороженщик, значит, ты не боишься холода. Что это? Так, боишься. А если так? Что? Где ты? Кто здесь? Ты! Хочешь еще апельсинового сока? Почему ты снова в моем доме? Потому что ты мороженщик! Теперь все узнают про это! Какого тебе мороженщика еще? Я все видела, как ты спускался сюда в своем костюме! Я здесь в своем подвале, потому что у меня кто-то ворует молотки! Молотки? Молотки. Going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Тося, это ты воруешь молотки? Стой, а зачем они мне? Да что ж такое-то? Неудача. И больше в мой дом не ходи. Да-да. Нет. Такси!
что, не рано на такси ездить? Чехов, дам апельсиновым соком в вас. Понял, поехал. Ой, это же моя школа! Это что получается? Мороженчик, это кто-то из школы? Надо проверить! А? Никого. Обертка от мороженого. Линейка. Мистер Балди! О, нет! Ксюша, что ты делаешь? Мистер Балди? Так это вы. Ты почему прогуливаешь школу? Наверное, твое лицо – это и есть маска. А ну, снимай! Хорошо приклеена. Сейчас найду, чем это драть. О, линейка. А, остановись! Я не мороженщик! Что ты взяла-то? Так столько улик указывают на вас. Например, зачем вам столько много мороженого? Потому что я сладкоежка. А ничего не слипнется? Ты говоришь, как моя мама. А так дешево, только он не продает. Кто он? Типа мороженщик. Ага, а ну признавайся, где он живет? Да я не знаю. Он приносит и все уходит. Ну-ка рассказывай, кому он еще приносит мороженое? Только мне. Он сказал, что его лучший белый купальник. Ксюшенька, а кто мне расскажет, а? Ксюшенька, ну скажи, пожалуйста. Мы не встречали, мистер Балдин, встречали. Нет, нет! Кто это сделал? Ксюша, что ты творишь? Папа! Ты сломал мороженщик! А что мама скажет? А что я ей скажу? Говорит, о какой семье! Ксюш, что ты несешь, какой-то свой мороженщик? Я, блин, папа блогера. Вот, купил новый костюм, хотел тебе показать. А ты отца покалечила. Что с тобой-то? Костюм, да. Хотел снять... Новый тренд на ютубе сейчас идет. А теперь в больницу придется ехать. Сними эту штуку.
Ну как так-то? Ну так вот! Смогла! Так, будь в комнате, никуда не ходи. Мы сейчас с тобой поговорим. Как я? Халат забыл. Извини, халат, пожалуйста. Это фартук, пап, блогер. Мы что, поговорим сейчас? Снимай давай. Привет, сосед. Балди? Вы знаете что, ваша дочь проникла, там вообще очень мороженщик. Ваша дочь, она вообще на конкурс школы. Вы знаете, что она делает вообще? Почему она себя так себя ведет? Что? Да вы вообще за ней не следите. Она в мой дом проникла. Вот. Ваша дочь прогуляла сегодня школу. А еще знаете, что она творит там? Кто, Ксюша? Так, понятно. Ксюша, ну-ка иди сюда. Ксюша. Сейчас, 5 секунд. Иди сюда. Я попала. I'm going to get some kids today. I'm looking for the chomping. Тебе понравился выпуск? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал Watch Me. И подписывайтесь на меня в блоге и на игровом канале. Ссылочки будут в описании. Ну а пока всех люблю, всем пока! Это что такое? Я тебя вижу. Мистер Бэйн! Ладно, все. Лира, что это такое? Куда ты идешь? Ваша дочь прогуляла сегодня школу! А еще знаете, что она творит там? Ты вообще прям не знаю... Давай лапу. Ой, ты молодец. Ксюшенька, а кто меня расскажет, а? Ксюшенька, ну скажи, пожалуйста. Нет, печали, мистер Балды, печали. Смотри, печали, я обещаю.